Добрый день, меня зовут Алексей Алонцев, и я хочу дать свою рецензию тому мастер-классу, курсу «Кристальная раскладка», раскладка кристаллов, которую только что провела для меня и других участников Галина Малин. И я хочу выразить, конечно, во-первых, свою благодарность, а свое восхищение тем мастерством и профессионализмом, которым отличается Галина Малин. И очень рекомендую пойти именно к ней на обучение работы с кристаллами. Ну, это связано прежде всего, конечно, с глубиной знаний, с опытом, с пониманием, с глубинным выходом на причины и ситуации, возникающих в жизни каждого человека. И отдельно, конечно, хочется сказать то, что Галина действительно очень щедро делится своей информацией, и я очень сомневаюсь, что кто-то другой из инструкторов может дать такое количество информации. И опыт... Мой личный опыт в том, что, например, сегодня я открыл для себя решение тех вопросов, на которые я не мог найти на протяжении долгого времени, работая в тета-хиллинге. И все-таки отличие... Вы уже расклад проходили в другом. Вот тот опыт и этот опыт. Ну, конечно, надо похвалить всех инструкторов в том, что все молодцы и все очень интересно и по-своему преподают работу с кристаллами, но именно по качеству информации, по ее именно профессионализму, по точности и четкости ведению сессий с кристаллами и по именно тому, как все правильно делать и как не допустить никаких ошибок и как работать над ошибками, конечно, я вам рекомендую обратиться именно к Галине Малин для обучения этим моментам. Ну и в сессии я получил личный опыт того, что не нужно делать. Очень много моментов, которые бы, я понимаю, что в других ситуациях я бы просто не понял. И я понял, что кристалл это, конечно, не игрушка, но я об этом знал раньше. Но это я в этом еще раз я убедился в работе с кристаллами, находясь в кристальной раскладке, насколько это мощная энергия, и как одна кристальная раскладка отличается от другой кристальной раскладки. То есть у меня есть опыт нескольких кристальных раскладок, да, у разных людей, у разных мастеров, у разных инструкторов, и, конечно, то, что было у Галины Малина, оно никак не сравнится с тем, что у меня было до этого, и я в этом смысле очень благодарен Галине. Что получили в итоге? И в итоге, конечно, я получил все исчерпывающие знания, необходимые для этого, и опыт уже закрепленный. И, конечно, я не остался один на один с этими знаниями, и я сейчас чувствую полную осведомленность и завершенность в моем обучении. Раскройте еще, что такое не игрушка, кристалла не игрушка, в чем заключается? Вот, и, конечно, я призываю всех к тому, во-первых, к работе с кристаллами, потому что это действительно очень мощный инструмент, это потрясающий инструмент. Я знаю, что все практики ищут вот эту универсальную какую-то технику и методику быстрого, легкого выхода на решение всех своих вопросов и ходят от одного конструктора к другому в этом поиске, не находя каждый раз исчерпывающей информации. И вот в данном случае кристаллы, они могут быть как раз той палочкой-выручалочкой, которая поможет ответить на все вопросы. И это очень мощный инструмент. Но за этим мощным инструментом, если неправильно его применять, можно не получить информацию. Либо можно, если сделать какие-то ошибки во время проведения кристаллов, можно вообще уйти не туда и тоже заблудиться там и потеряться в этих параллельных мирах. Как это как очень как важно. Как выглядит эта потеря? И, в социуме как шизофрения?
ну, естественно, эта потеря, она может быть оборачиваться совершенно разными видами. Это и может быть шизофрения, и потеря людьми ориентации в жизни, и обнуление опыта человека до сознания ребенка, когда человек не понимает, где он, кто он и с кем он, и как ему вообще жить, или какими-то дискомфортами и болезненными состояниями. Ну, я не хочу никого пугать, я просто рекомендую обратиться к человеку, который может вас научить технике безопасности работы с кристаллами. Это очень важно, и это очень полезно. И эта техника безопасности, она не только дает вам безопасность, но самое главное, она дает вам возможность получить вот этот вот потрясающий новый интересный опыт видения. И я также рекомендую этот курс для тех, кто считает, что он не видит, он плохо видит, он не понимает, что он видит, он не знает, он не чувствует связи с Творцом, потому что, находясь в кристальной раскладке, невозможно не почувствовать, не увидеть, не знать, не это настолько он, кристальная раскладка, она в сотни, в тысячи раз увеличивает видение, понимание, знание того, что происходит с вами на всех разных планах бытия, в параллельных мирах и на тонких планах бытия. Поэтому в этом смысле, конечно, использование кристальной раскладки – это потрясающий инструмент, особенно для тех, кто хочет расширить свое ясновидение, яснознание и понимание тета-хиллинга в том числе. Благодарю вас, Галина. Спасибо.